Уважаемые читатели, представляем вам анонс книг, которые скоро появятся в нашей библиотеке. Всем любителям детективного жанра, эта книга для вас. Национальный бестселлер Китая. Этот роман-триллер характеризует еще как азиатская игра в убийство. Автор книги входит в тройку культовых китайских авторов остросюжетной литературы. Чжоу Хао Хуэй. Письма смерти. Закон слаб. В китайском городе Чэнду кто-то казнит людей, избежавших наказания по закону. Каждое убийство предваряется обвинительным письмом с указанием точного времени казни. Такое уже происходило 18 лет назад. Тогда палача не нашли, и вот он вернулся. Для его поимки экстренно формируется элита лучших сыщиков, которая поможет остановить волну кровавых убийств. Но преступник невероятно хитер. Кажется, он просчитывает развитие ситуации даже не на 3, а на 30 ходов вперед. Снова и снова полицейские обнаруживают его письма смерти. Он вершит свой суд. Приговор один – смерть.